13:06 у микрофона Владимир Сметанин. Сегодня мы с вами услышим особое мнение Дениса Ерохина, депутата Кировской городской думы, председателя постоянной комиссии Гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Добрый день, Денис. Добрый день. Вопросов очень много, тем достаточно, которые хотелось бы обсудить. И кроме того, напоминаю, слушатели могут задавать свои вопросы с помощью специальной формы в верхнем правом углу на сайте echokirova.ru. Добро пожаловать, участвуйте. Первый вопрос хочу связать с новостью, которая появилась вчера. Речь идет об объединении дирекции зеленого хозяйства и дирекции дорожного хозяйства. Возглавил ее Альберт Гутнов, который до этого руководил дирекцией как раз-таки дорожного хозяйства. Эти преобразования довольно давно готовились, и, как написано в печати, довольно обширные функции будут у новой структуры. Это будет управление, да? Управление дорожной и парковой инфраструктуры нашего города. Тут и дорожная деятельность, содержание, ремонт, капремонт, реконструкции, строительство дорог, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения, содержание и благоустройство территории общего пользования, осуществление функций специализированной службы по вопросам похоронного дела и так далее, и так далее. И кроме того, кураторство над проектами безопасной и качественной дороги и формирование комфортной городской среды. Просто громадные какие-то полномочия у новой структуры. Справится ли она? Ну, вы знаете, насколько это все целесообразно? Объединять все эти обширные Вы знаете, насчет функции? Справиться, не справиться, я думаю, что в любом случае справится. Просто насколько это будет эффективно, ну, мы можем только спустя какое-то время. То есть, по делам потом, да? Да, судить. Но то, что ее возглавил Гутнов, который зарекомендовал себя по ремонту и город Киров по программе «Безопасные качественные дороги» занял 5-е, по-моему, если мне память не изменяет, 5-е или 6-е место по стране, по проведению данной программы. Я считаю, в том числе, это его заслуга, поэтому то, что как управленец, он, наверное, справится. Насколько вопрос эффективно объединять все, и кладбище, и дороги, ну, и зеленое хозяйство. Да, то есть проблем у нас на самом деле везде много, и с дорогами, и с тротуарами, и с озеленением города, то, что мы видим, и с кладбищами, то есть у нас та же история, что и с полигонами, то есть они практически все закрыты там, за исключением одного, да, поэтому, ну, на самом деле объем работ большой, ну, не знаю, может, будут какие-то преобразования там по ходу, там что-то будут выделять в какие-то отдельные там организации, еще что-то. Ну, по истечении какого срока можно какую-то уже объективную оценку давать новой структуре в составе городской администрации? Сколько? Полгода, год должно пройти по вашей оценке? Я думаю, что должен пройти сезон, если это озеленение, то это должен пройти сезон вот именно озеленения, да, то есть, например, то есть цыплят будем по осени считать? Да, с весны до осени, то есть что сделано, что снесено, что там высажено. Да, высажено. Да, то есть вот у нас проблема же в том, что каждый год сносится там более 1000 деревьев, 1300-1800 деревьев. Высаживаться меньше. То есть, ну, на самом деле, вот я считаю, что это должна быть у всех большая озабоченность, поэтому что, ну, чтобы мы не превратились в одного из самых зеленых городов, в какой-то вот каменный мешок. Поэтому я думаю, что тут проблем много. Тут надо именно достаточно досконально, тщательно заниматься, в том числе и озеленением. Поэтому говорить сейчас, сейчас мы ничего не увидим, ничего не сможем увидеть того, что, вот, что они могут сделать. Поэтому, в общем, должно пройти какое-то время, чтобы давать оценку. Я считаю, оценку. Да. По крайней мере, вот сезон, как дорожный сезон прошел, мы видим, как сделаны дороги, что сделано, как сделано. То есть, поэтому вот как-то так. Следующая тема. Я так понимаю, что спецслужбы города сейчас живут в ожидании снегопада. Прогноз погоды говорит о том, что завтра у нас в городе будет около 0 градусов, и большой снег ожидается. Еще в конце прошлой недели глава администрации Илья Шульгин распорядился крыши почистить, дороги, тротуары, там, график составить и убрать все в течение недели. Довольно жесткие такие рамки.
Вот в связи с этим вопрос. Вообще город способен у нас во всеоружии снегопад встретить? Прогноз, я думаю, оправдает себя. Либо, несмотря на все усилия, мы опять окажемся в каком-то коллапсе. Дороги, тротуары, крыши и так далее. Я сегодня прошелся по центру города, не видел, что крыши чистят. Ну, я вот как раз видел, в центре города чистят крыши. Но, знаете, вот я считаю, пока в этом году нам еще везет. У нас снега, таких больших снегопадов еще и не было, наверное. Да, снега немного. Говорить, справится ли с коллапсом, ну, надо дождаться вот того снегопада и посмотреть. То есть давайте проблемы решать по мере их поступления, да? Такую позицию придет. Я считаю, что само то, что сейчас единый подрядчик на уборку города, то есть это должно как-то быть от этого какие-то плюсы. То есть есть конкретная организация, муниципальная организация, ГДМС, которая в принципе, вот если даже коллапс какой-то произойдет, то они будут за все отвечать. Угу. Вот именно они, а не субподрядчики. Субподрядчики это не пускай идут. Сами между собой разбираются с субподрядчиками, но есть организация, которая выиграла контракт на содержание, поэтому тут, конечно, то есть спрос будет с них. То, что касается крыш, это вопрос в первую очередь к управлению компаниям, которые, ну, у нас всем известно, есть там добросовестные, есть не очень. Поэтому, ну, я считаю, что часть управляющих компаний, например, вообще нужно, ну, изымать у них лицензии и просто вот как-то, ну, чтобы они чтобы не уходили. Ну, на самом деле, на 500 тысяч человек на наш город, там больше 70 управляющих компаний, ну, мне кажется, это очень много. Поэтому у некоторых управляющих компаний просто нет там сил, средств почистить крыши, и поэтому, ну, вот мы видим, происходит то, что происходит. А то, что чистят, ну, поживем, увидим. На тему уборки улиц от снега мы накануне говорили в программе «Дневной разворот» с членами региональной группы общественного контроля. Новый состав там, да, при Общественной палате Кировской области. И ГДМС были претензии, в частности, связанные, где вот тот самый центр управления производством, или производством, как он правильно называется, то, что он должен быть, существовать, это прописано прямо в договоре с муниципалитетом, но вот никаких движений в эту сторону пока вроде нет. И что это такое, пока тоже еще неизвестно, хотя уже вот пара месяцев, как контракт этот на 20 месяцев, он реализуется уже. Ну, я думаю, что создадут в ближайшее время, но я предлагал администрации на все снегоуборочные машины, которые существуют, которые занимаются очисткой города, сделать ГЛОНАСС, установить приборы и как-то сделать это, может быть, даже открыто с какой-то на сайте, может быть, там администрации, чтобы люди видели, чтобы они могли, ну, так скажем, зайти и посмотреть, а убирали ли данную улицу, когда убирали, в какое время убирали, какая машина, может быть, убирала. Если даже писать какие-то жалобы в администрацию или там тем, кто подрядчикам, кто занимается уборкой города, это хотя бы будет обосновано, что вот у нас там проезжала по улице такой-то, такая-то машина, и, допустим, некачественно прочистила. Иногда мы видим, там они с поднятыми ножами ездят по городу. Это, конечно, не так часто увидишь, но тем не менее. А это ведь, по-моему, уже реализовано. Это навигационная техника. Это надо просто сделать открыто, чтобы... То есть общедоступный сайт какой-то, общедоступный сайт, чтобы я, допустим, проживаю на такой-то улице, я могу зайти, посмотреть, что, допустим, 2 часа назад у меня проходило и чистил. Понятно, что это не всем, наверное, там интересно, но, вот, по крайней мере, кого это интересует, чтобы они могли спокойно эту информацию получать, чтобы не было вот как бы лишней напряженности жителей, что вот а у нас не чистят, а у нас там еще что-то, чтобы снять вот эти лишние перепалки между там администрацией как бы и жителями. Поэтому надо сделать просто это все прозрачнее и понятнее, чтобы люди могли действительно убедиться, зайти, убедиться, что там очищать. Или какой-то график, когда вот как у нас
по остановкам пытаются же сделать, что там через 5 минут подойдет автобус. Так и здесь, что через там, ну, к примеру, есть же график, что через там 2-3 часа вашу улицу сюда почистят. Сюда придет снегоуборочная техника. Ну, вот как-то так. Но там же общественники еще говорили о других методах контроля, и видео, и онлайн-видео, картинка с видеорегистратора. Ну, это, конечно, здорово, но нам бы хотя бы то, что вот есть, то, что достаточно просто сделать, я считаю, на всех снегоуборочных машинах сейчас требования администрации ставить эти приборы учета, просто их надо сделать, на мой взгляд, открыто и доступно, чтобы это не военная техника, которая там засекречена, да, то есть люди должны видеть, где она ездит, что она делает, и кому это интересно, и тем самым администрация просто даже снимет с себя лишние какие-то вот эти претензии, когда, ну, человек может зайти, убедиться, да, и, ну, соответственно, вопрос сам собой как бы. Но если я не ошибаюсь, то несколько было уже попыток создать такие площадки, и год, и два, по-моему, назад. Сейчас не могу точно вспомнить название сайтов, но такая возможность была. Я считаю, надо все сделать именно так, все, что касается. Даже помню, сам заходил и натыкался там, по-моему, на 2-3 трактора, которые просто стоят, я не знаю, передатчик с них этот спутниковый снят или что там. Непонятно, движутся они. Возможно, поэтому я говорю, чтобы вот все эти вопросы, то, что касается там муниципального пассажирского транспорта, снегоуборочной техники, все, что волнует кировчан, надо сделать, чтобы они контролировали. В конце концов, это все делается, давайте начнем, на их деньги, на деньги налогоплательщиков, и делается на... то есть они должны видеть, как у них, когда у них придут, когда у них почистят, когда там... Ну, вот они должны это видеть, и тогда тем самым и администрация высвободится время на вот на лишнюю там переписку, что вот, а у нас не чистят. Вот зайдите и посмотрите, что чистят, например. То есть, вот, мне кажется, такие вещи просто надо внедрять и снимать вот это напряжение. Администрация и вообще власть, она должна такая быть понятна, открыта, и вот чем больше, так скажем, вот, вот этой открытости, тем меньше, в принципе, и социальной напряженности. Меньше вопросов. То есть меньше вопросов, конечно. Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу, если сокращенно ее называется. У нас небольшая пауза, сейчас полминуты и продолжим. Я хочу еще продолжить разговор об уборке улиц областного центра от снега. Администрация требует, чтобы количество работников было увеличено и количество техники, и ГДМС, если не ошибаюсь, закупил, да, новую технику. Известно что-то об этом? ГДМС в конце года советом директоров было принято решение о закупке новой техники для нужд ГДМС, потому что, ну, на протяжении там последних лет, если даже закупалась какая-то техника, то она закупалась почему-то бэушная, по цене... Подержанная? Подержанная закупалась, там, например, там фреза дорожная там закупалась по цене новой, старая фреза, которая стоит... старая фреза стоила дороже, чем новая, да? То есть вот такие истории, ну, в принципе... Это все тоже через систему закупок? Это все то же самое, что и было во всех МУПах, там ГДМС ничем не отличался, там никогда ГДМС не давал никакой там существенной прибыли для бюджета. Я сейчас могу сказать не по концу года, а за 9 месяцев работы ГДМСа прибыль, значит, данного предприятия, чистая прибыль данного предприятия 120 миллионов рублей. То есть хорошо. Это очень хорошо. Такой прибыли, я думаю, что это была совокупная прибыль там, ну, 5-10 лет. То, что сделали вот за 9 месяцев. Единственное, конечно, что я считаю, там может беспокоить, это в том, что контракты в этом году ГДМС взяли без торгов. И, соответственно, вот и при обороте 1,2 млрд, вот прибыль 120 миллионов, то есть это 10%, грубо говоря. Если бы заявлялись какие-то компании в плане там и шло понижение по торгам, по сумме, то ГДМС бы тоже, наверное, была близко к нулю. Но также ГДМС, это не означает, что у него прибыль там ровно 10%. ГДМС выполняет кучу таких функций жизненно важных для города, как, допустим, там, не знаю, там построить там дорогу в короткий срок, вот к манежу, например, они строили. То есть есть какие-то
какие-то, в том числе есть какие-то, может быть, некачественно проработанные сметы, которые ГДМС действительно там уходит, ну, если не в убытки, то в нули, да. То есть, поэтому как бы радует то, что вот сейчас на ГДМС там, ну, новый директор, и этот директор за 9 месяцев, мы можем говорить, что мы видим прибыль, которую он показал, 120 миллионов. И сейчас, по-моему, на 100, почти на 190 миллионов закупается, будет закупаться техники в лизинг, причем на достаточно выгодных условиях. Раньше почему-то техника покупалась через, там, чаще всего через какие-то кредиты, брание кредитов, хотя лизинговая процентная ставка, она на порядок меньше. Вот. И техника покупается как для дорожных работ, там асфальтоукладчик, так и для непосредственного строительства дорожного. Да. Да, для строительства это как раз то, что, чем занимается ГДМС, так и снегоуборочно, в том числе для уборки города, подает контракт. Поэтому то, что происходит обновление, ну, соответственно, значит, ГДМС будет жить и будет развиваться, потому что, ну, невозможно не обновлять технику там. И в 2019 году, насколько мне известно, ГДМС планирует там уже выполнить там работ на более, на большую сумму увеличить. Больше, чем 120, да, миллионов? Нет, больше, чем он в этом году выполнил, например, на там 1 200 000, то на следующий год... Оборот увеличить. На следующий год планируется там 1 500 000 000 600 000. То есть это говорит о развитии предприятия, так как это предприятие 100% собственником данного предприятия является муниципальное образование город Киров, соответственно, ну вот предприятие, так можно сказать, оживает после вот там десятилетнего правления чудо-правленцев. Поэтому будем надеяться, что ГДМС станет мощной организацией, и у нас не будет ни снежных коллапсов, и будут отремонтированы дороги. Денис, простите за такой банальный вопрос. Прибыль, которую получает ГДМС, она полностью идет? Нет, она идет в муниципалитет, и единственная какая-то часть оставляется на развитие, в том числе на приобретение средств. Вот, допустим, на первоначальный платеж по лизингу, например, да, то есть там необходимо внести там первоначальный платеж. Поэтому, ну, на внутреннюю, бы, в общем, хозяйственную деятельность. И в том числе, ну, все-таки 120 миллионов, это, жизни, можно сказать, почти, если эти деньги полностью изъять, это практически там один новый детский садик, да, то есть, ну, в масштабах, если посмотреть. Поэтому, и я больше чем убежден, что и все предприятия на протяжении, тем более, вот тех таких хороших времен, когда там денег у нас в стране было много, и все у нас активно строилось и развивалось. Но вот это время, к сожалению, потеряно. Вот в то время все вот такие предприятия, как ГДМС, и, конечно, можно было поднять там, и оно бы сейчас было такое мощное, устойчивое предприятие, которое бы вот справлялось с любой задачей, поставленной там главой города, главой администрации. Вот. Но, к сожалению, возрождается оно вот только первый 2018 год. Ну, раз уж мы заговорили о муниципальном предприятии ГДМС, я предлагаю поговорить и о других МУПах. В прошлом, 2018 году, очень много было новостей, связанных с ними. Ну, в частности, мы помним недовольство, да, сити-менеджера Ильи Шульгина планами по зарабатыванию денег, а вернее отсутствием этих планов, да, в конце лета 2018 года вдруг выяснилось, что ни один МУП, ну или там практически ни один МУП на 2018 не ставит перед собой задачи заработать. Вот сейчас, когда уже 2018 ушел, что сейчас будет? Подбивание итогов деятельности, отчет официальный, построение планов. Известны каких-то, ну, во-первых, сейчас, моменты, сейчас связанные у всех с этим муниципальных предприятий в конце 2018 года утверждался бизнес-план на 2019 год. То есть он уже есть. Да, есть, конечно, где они планируют свои текущие затраты там, на обновление, на какие-то ремонты, еще что-то. И планируют, сколько они могут, так скажем, принести в бюджет. А прям конкретная сумма поставлена? Ну, да? Они же все равно будут примерно, они будут корректироваться, будем надеяться, хотя бы они есть. Да, они хотя бы есть, но будем надеяться, что они будут корректироваться в большую сторону, но, по крайней мере,
какое-то понимание уже есть. То есть есть полностью финансовый анализ всех этих предприятий. Поэтому я думаю, что все МУПы, они вот в течение 2018 года активно, так скажем, перетрясывались в плане и директоров, и в плане там по там органы правоохранительные там выявляли какие-то факты коррупции. Я думаю, что органы-то, наверное, еще не закончили выявление этих фактов. Я думаю, что 2019 год они продолжат это активно делать. Почему-то, мне кажется, даже в каком-то таком усиленном режиме мы услышим больше уголовных дел. Ну, давайте уточним, мы сейчас какие МУПы имеем в виду? Мы имеем оскандалившиеся ЦДС. Оскандалившиеся ЦДС, АТП. Вот в них, ну, это вот потом мы даже, вот я говорю, что мы с вами уже обсуждали, что даже МУП «Кристалл», которая муниципальная, прачки, они и то там возбуждены директора 208 статья по, вот, по превышению. Сама, да, по превышению. То есть, ну вот, казалось бы, чего-то можно вот как бы химичить, но тем не менее даже там они умудрились это делать. Поэтому я думаю, что 2019 год продолжится вот такими историями. Я думаю, что может там в администрации кого-то это коснется, бывших сотрудников администрации, кто участвовал так или иначе в этих схемах, потому что все МУПы, они в любом случае подконтрольны администрации. Поэтому вот, а то, что сейчас, да, есть действительно там эффективные МУПы, но, как правило, это все зависит от управления. То есть, ну, как любое предприятие, все зависит от директора, о том, от кто стоит во главе. От того, кто стоит на, конечно, самой вершине. Конечно, этого. Поэтому вот взять гостиницу «Вятка», например. У гостиницы «Вятка» заполняемость больше 50%. Они по 2018 году вышли на заполняемость последний такой показатель был в 2008 году. То есть они постоянно что-то делают, постоянно обновляются, постоянно еще что-то. Но вот, к сожалению, там вот им под боком построили частную гостиницу. Но вот имея муниципальное предприятие в виде гостиницы, ну вот, ну разве, ну, это не коррупция, нас, что строить под боком? У нас особенный город, у нас два колеса. У нас два колеса, две у нас гостиницы, две гостиницы. Рядышком, нет, да. Если есть рядом муниципальный, вот любой собственник, будь это частная гостиница, вы дадите строить гостиницу, если рядом ваш земельный участок, а рядом ваша гостиница? Ну, наверное, нет. Наверное, нет, потому что на этом месте можно было разместить какой-то там, не знаю, конференц-зал, еще что-то еще. То есть, ну, если уж даже говорить строить, ну, там все было сделано, спланировано, и все было, как говорится, устоявшееся. Ну, вот за какие-то вот... Вот у нас, к сожалению, появлялись вот такие, как там, гостиницы типа Хилтона, там, ну, которые сейчас там по-другому называются, еще что-то. Ну, вот... Не думалось о том, что это МУП, что это государственное, что вот это должно развиваться. И вот, ну, понятно, если уж не бороться с частниками, ну, по крайней мере, их сюда как бы не пускать. У нас город не маленький, стройте на другом конце города. Денис, а что касается других крупных МУПов, например, центрального рынка, возможно, у депутатского корпуса есть... отдельное видение, планы, потому что сейчас ситуация, насколько я понимаю, в таком замороженном состоянии находится, да, после многих лет разговоров о том, что давайте его продавать и так далее и тому подобное. В 2019 году что будет происходить с центральным рынком? Ну, то, что новый глава администрации остановил продажу центрального рынка, я считаю, что и это... И в конце августа прошлого года там директор был другой, да. Другой поставлен. Директор сейчас там производится, насколько мне известно, полностью ревизия этого рынка. Насколько мне тоже известно, что, значит, большинство площадей, занимаемых предпринимателями, не совпадали. Там уж говорить о том, что доплачивали они как-то мимо кассы, или там это уж, как говорится, дело там аудиторов и правоохранителей. Что значит не совпадали? Ну, допустим, по бумагам, человек, одна, да, по бумагам занимает, одна площадь. Там, по договору 10 метров, а фактически 20. Вот сейчас вот
вот эти все оплатит истории. Оплатит за 10. Оплатит за 10, конечно. То есть, и вот, знаете, вот в том виде, в котором он сейчас есть, ну, наверное, это уже в областном центре, ну, это минимум там, если сказать некрасиво, это, наверное, ничего не сказать, да. То есть, это уже какой-то каменный век, да, то есть вот эти палатки какие-то, еще что-то. Все равно как-то надо делать там более цивилизованно, более, чтобы это было действительно место притяжения за какими-то вот, ну, такими качественными, свежими, ну, продуктами. Ну, много было, да, мнений вот. За то, что поэтому там экологические чистые продукции, фермерские. По крайней мере, то, что сейчас речь не идет о его какие-то передачи, там, какой-то продаже на сегодняшний день, этот вопрос, насколько мне известно, на повестке у города не стоит. То есть рынок планируется развивать. В рамках МУП. В рамках МУП. Ну, в рамках акционерного общества, где стопроцентный как бы собственник город. Да. Муниципалитет, так или иначе, да. Денис Ерохин, председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. У нас сейчас реклама, и мы через полторы минуты вернемся. Мы сейчас с Денисом Ерохиным в перерыве заговорили о росте тарифов ЖКХ. Я хочу сейчас в эфир вынести эту тему. Да, Новый год вот нам один из таких негативных моментов преподнес, хотя, с другой стороны, это традиционно происходит у нас в начале года и после 6 месяца, да, с 1 июля. Вот, например, депутат ОЗС 4 и 5 созывов Дмитрий Русских в нашем эфире на прошлой неделе заявил: «Тарифы растут, потому что мы не протестуем». Прям цитату могу провести. «В Питере, Москве, Севастополе есть активная часть населения, которая сразу выйдет на улицу, на улицы. А в регионах, и это знают федеральные чиновники, никто никогда никуда не выйдет. И поэтому здесь можно отжимать по полной, и тебе ничего за это не будет». Вы тоже уверены в том, что если бы массовые протесты были, то рост тарифов ЖКХ бы остановился? Ну, или какие-то другие методы? Я считаю, можно другие методы, если говорить о... Ну, то есть есть... Ну, может быть, отчасти Дмитрий Михайлович прав, но я в первую очередь считаю за цивилизованный подход решения. Но, к сожалению, каждое 1 января... Так протест он тоже цивилизованный? Ну, в да. В Конституции но... прописано на мирное шествие, да, митинги. Ну, то есть каждое первое... Ну, допустим, право... по капремонту. Многие там протестовали, но есть всегда возможность открыть там спецсчет и увести деньги с этого фонда, где они просто лежат мертвым грузом, и там и люди уже воспринимают это как налог, а не как какой-то, ну, когда там говорят, что очередность там вашего дома в 2040 или там 45 год. Ну, то есть, честно говоря, не всем интересно. Несозидательный такой посыл-то такой, да? Да, то есть, ну, это уже каким-то, то есть у нас все такие вещи, они, ну, вот, к сожалению, долго не живут. Вот пример, там, вот мы только что обсуждали пример ЦРО, да, то есть были раньше строительные лицензии, потом строительные лицензии вдруг отменили, сделали ЦРО. ЦРО, как всем объясняли, это те организации, это некий страховой фонд, это те организации, которые в случае, если мало ли где-то кто-то не достроит дом, то ЦРО приходит и его достраивает. Вопрос, зачем мы тогда делаем, достраиваем дома из бюджета? Где же те ЦРО и все вот те, где есть там обманутые дольщики, вот даже возьмем в Кире там, там автоспецгарант или там Виктория или еще что-то, они все наверняка состояли в ЦРО, давайте обратимся туда, пусть достроят это ЦРО. И вот, вот после таких примеров я считаю, что вот фонд капремонта вот с их пассивностью, вот, ну, может вот что-то типа подобное произойти, потому что я считаю, что там надо не то, что деньги хранить на счетах, там надо делать их с опережением, потому что любые строительные организации, учитывая, что это достаточно стабильное поступление денег, они, можно им там предложить и отсрочки, и прочее, прочее. Поэтому и во многих городах, поверьте, то есть они именно делаются вперед даже, осваиваются эти деньги. Во многих городах, кстати, техническим заказчиком фонда капремонта является муниципалитет, но в виде какой-то организации. Вот у нас, к сожалению, мы выносили на комиссию
данный вопрос пока вот мы не можем доказать, чтобы у нас муниципалитет, например, там в виде УКСа был техническим заказчиком фонда капремонта, mm-hmm. что дает там, там, то есть фонд капремонта является просто как плательщик. Но будем пытаться еще, то есть объяснять, доказывать, что это именно эффективно, потому что когда посылают квитанции, люди их оплачивают, а потом ничего не видят, ну это что? То есть они, ну, вы приходите в магазин, за хлеб что? Заплатили, а буханку вам не дали. Поэтому приходите вот, через 3 года, сказали. Приходите через 3 года, мы вам ее обязательно дадим. Это в лучшем случае через 3 года. А то и через 10 или через 15. Ну, я считаю, что это неправильно. То есть, как бы, поэтому... И что касается и по другим тарифам. Вот, к примеру, на то, что касается у нас тарифов, в основном дорожает на ЖКХ. Uh-huh. То есть у нас куча управляющих компаний, которые, ну, на мой взгляд, большинство из них просто занимается сбором денег. И вот я думаю, что жители, живущие в нашем городе, которых обслуживают такие нерадивые управляющие компании, они, ну, с этим, наверное, полностью согласятся. Потому что они даже прибыль интересно считают. Они считают, что вот есть, допустим, 20 рублей обслуживания квадратного метра, у них есть там, там, скажем, 1 000 000 квадратных метров, вот у них прибыль-то такая-то. Я со многими общался и говорил, что, ну, ребят, это не ваша прибыль, это те деньги, которые вы должны отработать людям в виде услуг. Предоставить им на это какие-то логично, услуги. Да. Но, к сожалению, вот уже годами сложилось, что люди платят, а в случае, если они не платят, им там посылают, тут сразу находится, посылают там претензию в суд, приставы там, прочее. Но когда речь доходит о том, а за что мы платим, то есть вот тут пассивность людей. Поэтому я считаю, что, во-первых, надо более... Это мы подводим итог тому, как мы можем... Как можем бороться. Ну, не то, чтобы бороться, но как мы можем сказать свое слово в ответ на свое повышение. Свое слово мы можем создать там... если касается там... Если ввели, у нас уже есть такая, как бы... вещь, как фонд капремонта, то есть надо открывать спецсчета. Если у нас есть там какая-то непонятная управляющая компания, надо просто от нее отказываться. Но я считаю, что и власти должны помогать, надо достаточно активно у таких управляющих компаний отзывать и лицензии, и просто приостанавливать их деятельность, чтобы, ну, это люди, и они платят, и чтобы они, ну, вот, не мучились от таких... Как бы не родили, то есть мониторить ситуацию, смотреть, довольны или недовольны жители конкретной управляющей компании, если недовольны в массовом отзывать порядке, лицензии. Использовать законные методы, вплоть до лишения лицензии. Ясно. Так, 4 минуты у нас еще остается. Вопросов много. Денис, известна ли вам ситуация с компенсацией за непосещение детского сада ребятами в возрасте от 1,5 до 3 лет? Вот непонятно, тут внезапно выяснилось, что после Нового года на эту выплату могут претендовать только многодетные семьи. Но тут еще в куче информации о том, что Илья Шульгин отказался от пиара. Деньги на помощь, так, опять-таки, нуждающимся предполагается пустить. Потом была информация о том, что нет... Решение это не было окончательным, и выплаты снова вроде как малообеспеченным вернулись. Но вот официального подтверждения пока еще не видел этой информации. Что там происходит? Я считаю, что, конечно, компенсация необходима. Кто не попал в детский садик, это, ну, мне кажется, даже так... Необходим кому? Многодетным или малообеспеченным? Вне зависимости, многодетные они. И многодетным. Да. То есть, как бы, ну, понятно, в первую очередь, малообеспеченным, да? То есть это обязанность муниципалитета предоставить детские сады. И на сегодняшний день все равно, кто бы что ни говорил, и все эти протесты, которые существуют, но движение вперед однозначно есть. То есть в городе построено за 2018 год там 6 детских садиков, 4 планируется в 2019 году. То, что глава администрации отказался от пиара, ну, я считаю, что это абсолютно правильно. Там я уверен, что поискать еще можно какие-то деньги. Давайте уточним все-таки, от какого пиара отказался? От бюджетных трат. От бюджетных трат на сотрудничество со СМИ. Там еще есть уникальная городская газета, которая тоже... Наш город есть. Да, пожирает деньги. Я считаю, что ее тоже... если раньше она несла функцию о том, что
печатать нормативные документы, то сейчас есть указ президента, да, который говорит о том, что достаточно публикования на сайте. На сайте. Поэтому я считаю, что эта газета тоже не нужна. Печатать там какие-то фотографии, там депутат Иванов там съездил, посадил дерево, или там депутаты провели субботник. Я думаю, что это мало кому интересно. На самом деле... Часто ли вы держите в руках газету «Наш город»? Официальное издание не держу, то есть, муниципального образования «Город Киров». Я считаю, я ее смотрел, ну, несколько раз пролистывал, но это, ну, там, поверьте, не знаю, там нечего читать. Это мое мнение. Может, кому-то это не нравится, но я считаю, что каждый депутат, он работает в своем округе сам, и вот это печатание и каких-то фотографий непонятных, и на бюджетные деньги, так давайте лучше газету эту прикроем и отдадим деньги вот как раз тем людям, которые вот сегодня, к сожалению, пока нет возможности устроить в детские садики. Поэтому, ну или найти другие какие-то. Ну, на самом деле... Льготные категории. По эффективности, да. То есть по эффективности тут бюджетных трат, тут надо просто перетрясать каждую копейку и смотреть, куда она уходит. Вот и все. И поверьте, вот много что в 2018 году уже сделано, много контрольно-счетная палата что выявила, но я считаю, что это далеко не конец, далеко не точка. И в 2019 году я надеюсь, что все эти истории продолжатся, и выявление нецелевых денег и прочее, прочее. Поэтому, а то, что необходима компенсация, ну, мне кажется, даже вот говорить о том, нужна она или не нужна, ну, ну тут даже обсуждать нечего, конечно, нужна. То есть, это мое мнение. Спасибо. На этом завершается время нашего разговора. Особое мнение Дениса Ерохина, председателя постоянной комиссии Городской думы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Денис открыт для общения. Контакты можно найти на сайте, да, Городской, конечно, думы, безусловно. Так что можете по своим каналам искать связи. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.